Сегодня в Сочи состоялась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств. Еще до начала встречи пресс-служба Кремля сообщала, что среди тем для беседы будут сотрудничество в энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также интеграция в рамках союзного государства. Президент Беларуси также заявлял, что рассчитывает договориться с Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между Россией и Беларусью. Александр Лукашенко заявил, что намерен показать своему российскому коллеге Владимиру Путину некоторые документы по ситуации с рейсом Ryanair. По его словам, реакция на эти события говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в Беларуси и довести ее до состояния августа прошлого года.